Всем привет! Меня зовут Швец Ксения, мне 16 лет. Я являюсь учащейся государственного учреждения образования Сославской средней школы номер 1. У меня очень дружная и крепкая семья. Мой папа много работает, но несмотря на это, он находит время, чтобы провести его с нами. Эти моменты особенно ценны для меня. Мне всегда очень нравилось учиться. В начальной школе учеба давалась довольно легко. Однако потом материал стал сложнее, появилось большее количество учебных предметов. Но я люблю преодолевать преграды и получать новую интересную для себя информацию. Я всегда стараюсь максимально участвовать в жизни школы, ведь это очень важно в воспитании себя. В этом году в нашем учреждении образования появился свой медиаресурс – «Телевидение первых». Я с самыми активными ребятами из моего класса стала инициатором этого проекта. Мы получили поддержку администрации школы и начали свою деятельность в качестве первопроходцев в этом направлении. Также в этом году мы принимаем участие в республиканском проекте «Новая жизнь в обмен на крышечки». В нашей школе данную акцию мы назвали «Крышкам нет» и каждый месяц подводим ее итоги. Я стараюсь всегда находить свободную минутку, чтобы заняться любимым хобби – бисероплетением. К тому же с 10 лет я увлекаюсь фотографией и стараюсь постоянно в этом деле совершенствовать. И в конце хочу сказать, что я очень сильно люблю свою жизнь и все, что в ней происходит. Всегда придерживаюсь позиции «все, что не делается, делается к лучшему». Эта фраза постоянно мотивирует меня и не дает мне стоять на месте.